Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала давайте с терминами определимся. Давайте. Вот то, чем вы, как говорится, по жизни занимаетесь, да. То есть выступление на эстраде, управление театром эстрады, это можно назвать шоу-бизнесом? Ну, теперь, наверное, все называется шоу-бизнесом. Вот, правильно. Все. Действительно. Я бы даже сказал, что и определенные сегменты политической жизни – это тоже шоу-бизнес. У нас есть артисты, да. Да, да. Да и она не одна, у нас достаточное количество людей, очень одаренных, именно как… Не на своем месте, вы считаете, именно а как, здесь же должны именно быть… Именно как шоу-бизнесменов. Нет, просто если все рассматривать через схему «купи-продай» или «продай-купи», так, наверное, тогда многое можно подвести под знаменатель, где будет написано «шоу-бизнес». Но ведь на самом деле там тот же Мартин Скорсезе, он говорит, что он занимается шоу-бизнесом. Вообще ведь театр, кино, некоторые виды спорта, да. это и есть шоу-бизнес. Почему вообще к этому термину такое в вашем цехе отношение, как к чему-то вот, ну, почти что оскорбительному? Что вот скажу. Часто бывает, мы не шоу-бизнес. Да. Почему? Я скажу. Понимаете, то, что происходило в советские времена, не называлось шоу-бизнесом. Потому что жизнь тех, кто был изобретателем или автором продукта, не зависел от количества купивших этот продукт. Ну, например, вот в театре, в государственном театре, идет спектакль «Три сестры». В зале один зритель, дядя Ваня. Никакого значения это не имеет. Этот театр не горит, потому что его кормит государство. Ему все равно, сколько таких пожарных и там, их товарищей сидит в зале. Причем, может быть, даже это пожарные самого театра. Такое тоже может быть. Это не называлось шоу-бизнесом, потому что у нас вообще-то бизнеса не было в стране. У нас была торговля. Но вот так как-то было принято, что это никакого отношения к бизнесу, к шоу-бизнесу тем более не имеет. Потом, когда произошла смена система общественно-политической, да, строя, там, да. Строя, да, и появилась рыночная экономика, это сразу стали называть шоу-бизнесом. Зачастую, решая главную задачу продать продукт любыми путями, минимизируя расходную часть и таким образом увеличивая доход, а минимизировать расход зачастую за счет качества, поэтому на вот этом определении шоу-бизнеса было повешено клеймо. Поэтому люди, не желая, чтобы их подписывали вот в это, что называется, сообщество, по-русски это вообще называлось слово «халтура». Ага, да-да, был такой. Вот «халтура». Халтурка, да. Да. Да, я помню, даже в одном городе рецензия была в газете, называлась на какое-то эстрадное выступление. Не ваше? Нет, нет. Ага. Статья называлась «Халтура вместо пошлости». Вместо пошлости? Да, да. Вот мне кажется, так с шоу-бизнесом.